Кусачие цены по зубам. В прокуратуре округа в Нарьян-Маре сегодня открылась горячая линия. По телефону жители округа могут сообщить о фактах необоснованного роста цен в магазинах. Горячая линия открыта с 10 утра до часу дня и с 14 часов до 17. Номер телефона вы сейчас видите на своих экранах 422-81. Звонки принимает прокурор отдела по надзору за исполнение федерального законодательства Константин Канев.